Dureri de cap, prea multe teme pentru acasă și lipsă de interacțiune cu colegii. Așa descrie învățământul online în vreme de pandemie o elevă din Bălți. Elizaveta Ivasiuc este absolventă în clasa 12-a la Liceul Teoretic Alexander Pușkin. Împreună cu alți peste 14.000 de elevi din oraș, tânăra încearcă să se adapteze cu învățământul la distanță, impus de Ministerul Educației. Ea spune că îi vine greu să facă față acestei provocări, pentru că Republica Moldova nu a fost pregătită să treacă la învățământul online. В нашей стране, мне так кажется, оно не особо развито, вот, поэтому мне не особо нравится дистанционное обучение. Но я стараюсь присутствовать. Вообще отличается и по объему, и по качеству, я не знаю, в сложности тоже намного сложнее, мне кажется, и намного больше дают задания. Deja de o lună, Elizaveta comunică cu colegii și profesorii doar online. Ceea ce părea ușor la început s-a dovedit a fi foarte complicat și obositor, spune ea, iar zilele nu mai trec ca de obicei. Моё утро на дистанционном обучении начинается немного позже. Я позволяю себе поспать до 9-10. А как я проснулась, я иду умываться, как обычно. Позже завтракаю и потом позволяю себе заниматься теми вещами, которые я очень сильно люблю. Это петь, играть на гитаре и разучать новые песни на синтезаторе. К 12 часам я должна уже быть за компьютером, чтобы слушать лекции. После того, как я прослушаю лекцию, я сажусь за уроки где-то до вечера. Елева повестеште, că are multe теме pentru acasă, iar numeroasele evaluări o epuizează. Мне абсолютно не нравится учиться онлайн. Я люблю в школе учиться все-таки. Там другая атмосфера, там все-таки ученик погружен в работу, а здесь ты наедине с собой. Нам дают много тестов, которые нужно решить за определенный срок и стать учителю. И в лучшем случае эти тесты проверяют и пишут, какие у тебя ошибки. Но все равно это не то. În pofida perioadei de pandemie COVID-19, Elizaveta consideră că absolvenții claselor a 12-a trebuie să promoveze examenele de bacalaureat. Такое двоякое мнение. С одной стороны, отмена экзаменов в четвертом классе, ну, нормально, ничего здесь такого нет. В девятом классе уже как-то, не знаю, но с двенадцатым, если отменят, это будет немного несправедливо. Молдова абсолютно не готова писать бак в онлайн-режиме. Я вообще не представляю, как это может происходить. Deși voci importante din cadrul Ministerului Educației au anunțat că elevii vor fi nevoiți să învețe în perioada vacanței de vară, tânăra din Bălți nu este adeptă acestei idei. Ну, до мая точно будет продолжаться. И мне бы не особо хотелось учиться летом, потому что не только у меня, но вообще у всего мира были другие планы, но, к сожалению, карантин подкосил немного всех. И надеюсь, что такое обучение скоро закончится. Я немножечко устала от него. Elizaveta intuiește că din cauza pandemiei ar putea fi anulat și balul de absolvire. Честно, мы до карантина не особо определились с балом. У нас были немного разногласия. А сейчас вообще не знаю, будет он или не будет. Хотелось бы, конечно, чтобы был, потому что 12 класс, выпускной класс – это память все-таки о школьных днях, школьных годах. И я не знаю, если будет, это будет очень хорошо. Elevii din Republica Moldova își vor continua orele online până pe 15 mai. În acest an, aproape 2000 de elevi din Bălți urmează să susțină examenele de bacalaureat.